Добрый день, дорогие. Поздравляю вас с открытием юбилейного 10-го фестиваля. Такого доброго, теплого. Я впервые здесь, в этой стране. Но такое чувство, что я не пересекал границы. Я здесь, все родные лица. Итак, я поздравляю вас с открытием нашего замечательного фестиваля. И для вас я хочу исполнить песню первую. Конечно же, посвящаю ее детям, потому что вот прекрасные детки такие здесь. Называется «Расскажите». На стихи Елены Панкратовой. Обожаю эту песню. Расскажите про пустыни, океаны и моря. Пусть послушают под вечер переливы соловья. В дождик прыгают, резвятся, ручкой капельки ловя. Если радуга сияет, полюбуйтесь не спеша. Пусть волшебное видение удивляет малыша. Ночью звезды покажите, как они горят маня, как рассвет росу раскинет, иссушив средине дня. Объясните ребятишкам, что живая мать-земля, ведь девчонки и мальчишки скоро встанут у руля, и они, познав творенье, мир не смогут погубить в единении с природой, с Богом будут просто жить, светить, творить, смеяться, познавать в себе Творца. Если вы росточки веры, в их заложите сердца. Если прямо с колыбели их научите любить, и тогда на всей планете будет нечего делить. Объясните ребятишкам, что живая мать-земля, ведь девчонки и мальчишки скоро встанут у руля, и они, познав творенье, мир не смогут погубить в единении с природой, с Богом будут просто жить, будут просто жить.